Тревожные сообщения весь день приходят из Сирии. Стало известно, что террористы Исламского государства, запрещенного в России и многих других странах, захватили не менее 400 мирных жителей из пригорода Дейр-эз-Зора. В заложниках оказались родственники бойцов из проправительственных отрядов ополчения. Их увезли в районы, подконтрольные ИГИЛ. Перед уходом экстремисты устроили массовую расправу. Жертвами боевиков стали около 300 человек, в основном дети, женщины и старики. По данным некоторых СМИ, их тела были сброшены в реку Евфрат. Добавлю, исламисты сейчас занимают большую часть провинции Дейр-эз-Зор и ее одноименной столицы. Позиции сирийской армии пока только в северной части города.